Ты можешь локтями до пупка достать. Если чуть наклониться, то могу. А ты можешь? А я могу. Осталось 3 минуты. Где мой сервер? Я не татарка, я наполовину чувашка. Пол чувашка, пол русская. Сам ты пол китайка. А, чего? Что? Либо что-то в чате смешное написали, не пойму. А чё они ржут? Вот, блин, хоть писали бы, чё ржут. Полукровка. Да, я полукровка. Что, я не стесняюсь своей национальности. Чувашка, это неплохо. Так. Блин. Чувашка, чувашка. Это блин. Со стороны как-то локтями до пупка дотянешься. Да вообще легко. Че, думаешь, не дотянусь? Дотянусь. А, из-за локтей. Нет, драч, тут без пруфов не обойдется. Давай пруфы, или я сейчас на тебя обижусь. Полулошадь, полушлюз, сама окон. Я вообще... Чувашка. Чувашка, это... Блин, я даже не знаю, как объяснить. Я же... А что с телефоном? Что с телефоном, походу, звонит? Снизу локтями, да? Ножа. Ну, почти. У меня локти чуть побольше, чем нос. Еще раз попробую дотянуться. Пробую последний раз дотянуться и прощаюсь, потому что уже почти 10 минут прошло. Дотянулась. Кто не видел, я не виновата. Так вот. Всем спасибо, что сидели со мной. Вряд ли кто-то сидел, ну, с начала до конца. Поэтому я думаю, что пора прощаться, так как сервера никак не запускают. Так что это печаль. Ладно. Так, что опять они ржут, я не пойму. Я дотянулась. Кто? Нет, я не виновата. Сейчас, погоди. Так, ладно. Наверное, я на прощание сниму все-таки футболку, раз только народу просит, уже 370 человек. Поэтому, ладно, как хотите. Так надо или нет снимать?